Вот здесь Метаба C2000RT, канал Гермай, вот показывает, как устроено. Стоять шестерни. Ну вот. Массажи. Редукция планетарная. Подшипники. За счет нее увеличится и крутящий момент. У нас планетарка, так как у широковерта. Вот там мы видим, стоит шестерни подшипник. Вот. Шестерня. Вот на этом канале у него можно посмотреть много отдельных видео. Вот Игорь Май. И Шурпайр нарисован. Вот, так что от него показывает разборы всякие. Можно посмотреть. Вот. Наверное, с какой-нибудь Житомирской области он, мне кажется. Ну, я не смотрел. Ну, Пуму толкует, вот показывает. Молодой парнишка. Ну, в общем, время появилось что-то немного. Метаба CSI-17200RT. Инекс, нержавейка, инекс переводится. Прям что-то, как глаза вижу, так и говорю. В общем, здесь, как в шуруповерте, планетарный редуктор. Три шестеренки на игольчатых подшипниках. Очень 3000 оборотов, от 800 до 3000. Очень удобно регулируется под рукой. Колесико прямо на ходу можно регулировать. В общем, не остановить ее. Не греется вообще ни грамма. Час-два работаешь, она не греется. В общем, крутящий момент бешеный. И мотор вообще холодный. Вот. Сейчас что, в голову прям. Что идет, не идет. Ну, в общем, диски вот эти вот, когда перестают работать. Ну, некогда же, все быстрее-быстрее, вот, смывкой пшикаю. И тут же, прям не отходя от кассы, пока она еще. И все, и засалка снимается, ну, вот, щеткой тоже. А то прям, ну, все, никак, даже на большой болгарке она не скрывается, не снимает металл. Патрончик Метаба, ну, Quick, парнишка принес. Сейчас я про остальное все расскажу. В общем, она проставка или отверткой можно сбить его. Вот это кольцо. Сквик патроны, чтобы кулачки заменить. Ну, или полукруглую оправку, или трубку надо искать. Ну, я это такой полукругом сбил. Парнишка до меня тут мучился, ее сбивал тоже. Как снять, как снять? Я пришел ему прям за 2 секунды и снял. Вот. Смывка для рук. Руки мыть, ну, специальная. Это скотч-брайт. Пимпочка отлетела. Ну, чуть упала и отлетела. Вот так я приспособил ее. Ну, конечно, она такая дубовая. Тут надо что-то более, чтобы гнулось. Вот. Сейчас, что зашло, что не зашло. Вот эти диски, чтобы подлезть зубровские, они помягче. Вот я прям тут на нет стачивал. Ну, вот этим вот. И чтобы в труднодоступные места, вот доводочными дисками можно не хватать. Ну, они мягкие, не хватает. А вот этим прямо тютелька в тютельку прям зашли. Зубровские диски скрываются быстро. Но для этого нужна аспирационная система. Ну, чтобы пыль отсасывала. Или вытяжка хорошая. Вот. И вот так, что вот эти диски тоже выручили. Такая шайбочка на скорую руку. И вот. Доводил в труднодоступных местах. Вот это вот 75-й, нежелательно на нее ставить. 50-й и борфрезы Зусенца снимать. И воздух, конечно, у Дайны Брайт вот здесь выходит. Вот у ребят у нас в соседнем подразделении вот здесь гораздо удобнее. А здесь дует в руку, ну, холодит руку, в общем, рука может заболеть. Ну и шланг напрямую, ну, КПД больше. Вот, и 75-й что-то не особо зашли на ней. Где-то у меня тут, ладно, это потомное. Вот. Так, вот. Попробую фото приложу. Ну, в общем, самое главное, что она легкая. Потому что что-то тяжелое, рука быстро устает махать. Там час, два и все, и устаешь. А это хоть бы хнына. И, ну, как передать на словах? Не передать, надо пробовать. Не. В общем, полировалка маленькая, легкая, компактная и тяговитая за счет планетарного редуктора. Встроенного вот здесь.
он понижает редукцию и КПД повышается. И двигатель не перегревается из-за этого. Тянет хоть быхны, ни разу не просело. Вот, вообще, фейн, метабы идеально. Для таких вещей, для полировальных. Ну, что зашло? Метабовский с керамической шкуркой валик со скотч-брайтом. Ну, зашел. Хороший. Годная тема. Так, что тут еще? Щетка. Штурм. У метаба вот эти щетки составные. Можно меньше, больше делать. Ну, вот это не зашло. Она тяжелая, и, я не знаю, дерево, чтобы брошировать. Просто не зашла она, сразу говорю. У метаба они составные, можно больше, меньше делать. Сэкономили. Такой валик для сатинирования тоже зашел. Ну, легкий, хорошо себя показал. Ну, можно даже поменьше, полтинник брать, наверное, мне кажется. Вот, есть какие-то такие неплоские поверхности. Этот барабан. Ну, в общем, на маленьких оборотах чуть побольше начинает прыгать. Вот. Зашел, но только по-ровному вот так вот водить. Что-то если вот так, то он начинает шкурка сползать. Такой вот смысл. Она не распирается, что ли, тут, я не знаю. Ну, в общем, как-то только по-ровному. Профиль, квадратную, листы, ну, взад-вперед возить. Вот, как бы, ну, зашел, он только по ровных поверхностях, тоже хорошая вещь, вот этот вот. Вот, лепестковый, метабовский, тоже хорошая вещь. Вот, вот его тоже надо будет, наверное, как-то засалку будет научиться вскрывать. Ну, даже, можно полтинник, не обязательно такой большой, полтинника бы хватило. Ну, зашел тоже. Что из валиков? Я долго растянулся. Это фибровые диски, круги. Вот скотч-брайт на старой тарелке. Ну, вот такие вот. На момент наклей. Вырезаешь там, какое мило дело. Доводить ровную поверхность. Ну, по плоскости. Только не надо на края попадать. Вот я попал. Чуть-чуть черканул об уголок. Сразу она... засучилось. Вот. Так, зашли, в общем, шкурки склеенные, бесшовные, ну, без нахлёста, как бы тоже плюс большой, не будет прыгать. Карбоновый диск, 20 лет провисевший на гвоздике, нормально все работает, вот, отлично. То срок годности. Вот 20 лет провисел на морозе. Хоть бы хнены. Три диска таких убились. Так, подкладывал демпферы под... Вот, я пошел городить. Ну, потому что устал уже, наверное, вечером. Ну, типа сайлент-блока такого под болгарку, чтобы биения не было от зачистных дисков. Какие тут помимо муфт, чтобы что-нибудь такие-нибудь резиновые сайлент-блоки каким делал переходные. Чтобы вибрации меньше давало. Ну, так помогает вот эти резиновые проставки. Вот я делал здесь, здесь и посередине резиновую муфту на 32-й круг. Такие резиновые. Ну, это попытки, экспериментены. Ну, так немножко гасит вибрацию. Но на лошадских дисках это не помогает. Там ни один балансир не поможет. Скотч-брайт, красный погрубей. Метабовский, по-моему, еще, да? Скотч-брита. Вырезаешь и наклей момент. Чик тоже. Вот эти шкурки тоже понравились, керамические. В труднодоступных местах. Прямо подлезать. Ну, зашли тоже, что там говорить. Понравились. Вот эти вот керамические, лепестковые. Но тоже где-то в труднодоступных местах. Тоже нормально. Только может пимпочка сломаться. Ну, если ломается, я уже показывал. Делал вот так через переходную. Ну, чуть роняешь, она может или там отломиться, если чуть упал там с полуметра. Аккуратнее нужно с этими пимпочками. Ну, тоже зашел, что там говорить. Хороший, керамический. Вот этот тоже довести зашли. Ну, летят, конечно, они быстро, но тоже нормально, понравилось. Вот. Так. Матрикс, матрикс, не дай бог. Вот эти вот матрикс круги металл не берут. Ну, плохо берут, короче, по сравнению с Kingsport. С
Стинспан. Можно до бесконечности болтать. Вот эти вроде ничего диски победит, показали себя. Ну, метабовские, естественно, вообще непревзойденные. Ну, 6 миллиметров толщиной. Вот эти вот. Кингспор. Кингспор. Вообще отлично показали себя. По сравнению с, ну, со штурм там или какая-то называется. Матрикс. Конечно, небо и земля. Ну, работают вообще. Надо будет этот джетловский попробовать. Как они себя покажут. Вот. Вот она, зеленая проставочка. Мило дело. Красота она. Доводить. Вот. Бенна Брайтная. У него воздух вот отсюда выходит. Не надо отсюда. Вот. Напрямую, но проблемно. Вообще и отдувает, и рука не холодится. И вот такие зубровские понравились. Вскрываются, легенькие. Ну, работают. Тоже нормально, песковые. Головки всякие. В общем, если что, то можно брать. Дельная вещь. К бабке не ходи на. 5 с плюсом, в общем. Ладно, все, устал. Пойду на.